Кто сегодня в гостях? Пуля. Пуля, пуля. Две пули. Лучик уже наполовину КТМ. Я тебе голову. Нос, кстати, этот мы проверили, он так вот слаживается, не ломается. Он утром сломался. Этот бы уже хлеб. Я только не успел вот эту херню сделать. Да ладно. Сделаю потом. Это, он заводится с полчаса. От канистры можно, самое хорошо, я видел. Даже на новый мостик. От канистры пластик, он хер сломается. Я это. Я так, чик-чик. Чик-чик-чик. Когда газу даю, и оно по трассе больше 70 не едет. У меня 78, блин. У меня не едет больше 70. И он 68. Туда надо было на косую, ты куда едешь? Туда надо было? Дай-ка. Я на косую. Короче, вот на той горке, там она такая пологая, надо нам разогнаться, третья, четвертая. Я не знаю, у меня был фит, это было неприятно. Ну это потому что мало оборотов. Ну там вот эта горка, да, песчаная. Она очень пологая, там трамплина нет. Ну просто когда разгоняешься. Походу надо скидывать килограммы. Диету садится. Не, нифига, сейчас в другую сторону. Я пердоль! Что это было? Это было неконтролируемо, сука, страшно. Я уже готовился, блядь. Раз... А я не видел. О, блядь. Повтори. Нет. Не то, что-то с электрикой. Отходит за контакт где-то. Он боится. Мы типа что и на нейтралке стоит, хотя сейчас давай свои напи. О, пошло! Зашло уже, подскочил. На самом деле чуть-чуть, а там кажется, что ты, блядь, летишь, пиздец. Это все время, да? Остановился уже. Трасутся руки. Едь сюда! Я подпрыгнул? Там ты подпрыгнул вот на сколько? Передним колесом только. Ну тебе кажется, что ты там летишь? Мне кажется, что ты летишь, пиздец, остановиться не можешь. Я сразу прочувствовать. Да, ну я... Ну, на третью уже под конец начал приходить, сразу на второй пытался так контролировать. Ты в конце отпускал тут газ. Вот, бля, ты когда разгоняешься, я уже когда подпрыгнул, у меня смех, у меня шоки болять, блядь, от страха. Блядь, у меня руки уже, ну, пизда, ну, легкие, нахуй. Это вот, блядь, поднять, нахрен. Дура, легкий. О, мы топливо забыли залить. Мне. Ну, у меня целый бак. Его не снимешь, там хочешь хотя прыгать. Кадр классный получится. Thank you.
Ай-яй-яй. Надо шортики. Ну да. У нас, тут у нас релюшка. Во, я паял, блядь. Это же кембр, кадилчок. Надо, блядь. А, ну, я сейчас пробовал заводить, она загоралась. Ну, скорее всего, загоралась, потому что эта свечка начинала еще работать. Ну да. Аккумулятор ж не мог сдохнуть. Да не, аккумулятор он показывал, блин. Вот, тут все, менчик разбираешь потихо, вот другое место и работает. Взаимозаменяемая, блядь, толстая проводка. Такая была. Не прогорит зато. Ну от вас пыли капец, блин. Я уже отставал, думаю, блин, невозможно ехать. А пока проморгаешься, можно и сосну какую-нибудь словить. Упирайся ногами и толкай его, и газуй. Ну да, только... Ну... Нормально, нормально. Четко, четко. Брейкданс. Ну видишь, уже не боишься, видишь, так намного проще и быстрее переезжать. И там бревна остались такие нормальные, чисто аккуратные. Вот. Нихуя себе, блядь. Я въебал, что ли? Пробую. Чуть не ёбнулся, а эта хуйня так в жопу взбивает. В разные стороны надо пробовать. Ну, аж мне страшно стало. Нормально, вообще четко, прикольно. Пробуй в эту сторону. Провалилась, блядь.